Атебеби, охота на гиппопотама, Нижняя Гамбия, 1917 год. Бегемоты обычно весь день проводят в воде, выходя на сушу пастись только по ночам. У бегемотов очень тонкий слух, но их любопытство превосходит их благоразумие. Укромное место. Хорошая возможность для выстрела. Туша поднимается на поверхность и подтаскивается к берегу для разделки. Клыки бегемота весят 2-3 килограмма, они плотнее и белее слонового бивня и часто пользуются большим спросом. Жир бегемота высоко ценится местными жителями. От одного животного можно получить до 200 килограммов жира. Шкура используется для выделки кож, пригодных для изготовления всех видов шорно-седельных изделий.